Блин. Нормально начал стрим. Привет всем, ребят, рада вас всех видеть. Привет, Пашковский, привет, Ли, привет, Ви, спасибо тебе большое за твою поддержку. Огромное-огромное спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня, для канала, для всех. Спасибо. Для России, для России. Ладно, шутки в сторону. Не знаю, почему-то у меня музыка Секира просто какую-то дикую ностальгию вызывает. Возможно, у Вити, например, эта музыка вызовет вьетнамские флешбеки. Мне почему-то она какие-то приятные впечатления стала. Не знаю, прям когда-нибудь, наверное, когда мне будет больше времени, я перепройду эту великолепную игру. Не знаю, почему-то она мне, ну, зашла в свое время. Наверное, я просто люблю боль. И именно по этой причине сегодня я решила продвинуться дальше по сюжету в игре под названием Nioh 2. Нам осталось всего 4 сюжетных босса, и это не так много. По сравнению с тем, что мы убили, наверное, порядка 30 с копейками, вообще немного. Совсем прям, я бы сказала. Поэтому все в наших руках. В ближайшее время должны допройти игру, учитывая то, что скоро выходит Киберпанк, Вальгала, много всяких интересных проектов. Ну, плюс у меня сессия вот на следующей неделе, да, завтрашнего дня новая неделя начинается. На следующей неделе мне нужно там немного до четверга попотеть, сдать уже все экзамены и с спокойной душой возвращаться к регулярочам. Такие дела, такие дела. Как ваши дела, ребят, как ваше настроение? Если, конечно, все не испугались, увидев надпись Nioh. О, блин, моя любимая музыка. Давай, бахай. Мне тоже заставка нравится. Привет! Привет! Привет, Мэлла, рад тебя видеть. Блин, не знаю, почему это так хорошо. Это первая заставка не очень такая была. Никогда не подумала бы, что мне такого жанра игры вообще зайдут. Я в жизни не подумала бы. Ты бы подумал, Мэл, об этом? Погнали, да. Осталось немного. Финишная практически прямая. Блин, как ему вот удобно с такими рукавами вообще драться? Я тут смотрю просто на его рукава. Рукавчики. Говорю, нравится тебе Nioh? О, блин, шикарный смайл, Ли. Меня кто-то бы замочило, вспомнила. Вторая Андромеда. Ну фиг знает, что сразу Андромеда-то. Немного другого поля ягоды. Немного другого абсолютно поля ягоды. Тут, мне кажется, сюжет даже получше, чем в Андромеде. Интересно, если бы Витя выбирал между Андромедой и Неохом, что бы он выбрал? Ли, если бы ты выбирала между Андромедой и Неохом, что бы ты выбрала? Субъективщина пошла, ну ладно. Ну ладно. Блин, что ты думаешь, вообще не понятно.
Ну ладно, оценочная так оценочная, не буди. Блин, когда там уже ремастер это выйдет, Андромеда? Ой, ой, ясно. Спалилась, короче, сейчас, сори. Спалюсь постоянно. Ремастер Андромеды, а не основная трилогия, понимаете? Эх, жаль, Пашковский ушел, он, наверное, просто любимое лицемерие. Так лучше? Я потише себе сделала. Ой. Ну да, потише себе сделала. Нормально. Сука, отвлеклась. Ля, молодые люди! А чё их трое? Ну чё, они твои опли не взяли в игру, не знаю. Ой, не знаю. Всё жду, когда предложат. Ну, надеюсь, в Нио 3 хотя бы предложат. Я с удовольствием соглашусь. Вот все. Мумер остается с вами, в смысле? Походу он рядом уже. Новый глаз откладывается. Ну, до Нового года еще есть. 2 месяца вроде как. Я, конечно, не специалист, но вроде 2 месяца еще до Нового года, не? Ну, я говорю, нужно еще Вальгалу пройти. Киберпанк. Может быть, у меня получится накопить и грейдануть в визитку. Слушай, киберпанка. Ответочка. Спасибо. Мы не успеем, да успеем, не переживай. Не ссы. Радость. Держи. Yes.
думаешь, я тебя не переиграю? Он что, думает, что я его не переиграю, ребят? Я вообще как вы переиграю? Ключ, что выпендривается. Вот все, засад. Интересно, это тут Китира находится или в каком-то другом месте? Я даже запомнил, как его зовут. Ту-ру-ру. Не, наверное, в другом месте он все-таки. Ну, у меня сегодня миссия как минимум одного босса убить. Соответственно, следующий босс это Такитиро. Его мы и убьем сегодня. С вами, дамы и господа. А, нам сюда. Котейка, давайте котейку погладим. Чё, как дела-то, Мэла? Ты единственный, видимо, любитель концептуальных игр, как и я. Моя миссия не уснуть. Ли, ну я же порадуюсь, если ты хорошенько поспишь. Я порадуюсь за тебя. Мы увидимся с тобой на Киберпанке там все дела. А, не, на Вальгале. Точно, на Вальгале сначала увидимся с тобой. О, новая обновая пачка покрылась. Патчи все выкатывают, блин, сколько времени прошло. Наверное, какой-то DLC-шный. Завтра третий день работаю. У меня же, типа, дополнительные смены. Из-за того, что я работаю. А раньше что, не увидимся? Да увидимся. Я шучу. Вот сейчас у меня эта неделя самая хардкорная. Мне надо просто уже, ну, сессию закрыть и все. И забыть про как страшный сон. Еще, блин, просто поднасрало то, что как бы сотрудница заболела. Типа вот вчера я выходила в дополнительную смену, хотя у меня вчера в графике не стояло. Просто потому что сотрудница болеет с короной, она лежит в больнице. Потому что у нее там 20% поражения лёгких. Не знаю, вот, как долго она там будет лежать, и поэтому мы как бы работаем. В дополнительные смены выходим, потому что мы нас трое. А как бы две медсестры и один админ, то есть я. Там одна девчонка может меня подменять, потому что она тоже там, ну, как администратор может работать. Хоть она и медик, но все равно. По факту одной медсестры не хватает. И в этом вся проблема. Сука, я не хочу. Блин, нам бы с вами найти этот святилище. Так что, блин, корона вообще веселая хрень. Именно, блин, она заболела. Сколько она уже, ну, типа, с ковидом работает? То есть полгода где-то. Заболела она, блин, в тот момент, когда я вернулась. Точнее, когда я устроилась на работу к ним. То есть через неделю после этого.
Типа, скажите, это везение медицинской сестры, или скажите мое везение? Да? А до этого не было, типа, долго? Ну, самое время, да. Когда уже овер дофига больных, там уже... Самое время. Мне кажется. Я не специалист, но, наверное, да. Да, блин, у вас вводит, а у нас, блин, вообще нормально даже никто не хочет его соблюдать. Он типа есть, но все говнятся, никто ничего не хочет нормально делать. Все в Турцию летают, всем норм. Слышала инфу, что вообще, по-моему, все, ну, кто отдыхает в Турции, одни русские. Только русские не боятся коронавируса, отдыхают, не парятся, потом возвращаются и вот, ну, как бы, да. А, ну это разумно. У нас-то в помещениях хрен кого заставить, ну, одеться вообще. Ну, в смысле... И что это за место? Просто фигня какая-то, ок. Балдежное время для отпуска? Да, конечно! Причем, знаешь, деды, бабки летят отдыхать и не парятся вообще. Россия — это реально страна либо глупцов, либо самых бесстрашных людей на свете. Потому что вот настолько пофиг всем абсолютно. Типа корона? Ха. Что такое это ваша корона? Я вот отдыхать собрался, мне пофиг там на то, что Роспотреб. Причем Роспотреб такой говорит... А мы не будем закрывать в этот раз границы, все. Не видим целесообразность, сука. Ой. А зачем закрывать за границы? А зачем? У нас же все хорошо. Всего лишь 17 тысяч заболевших в день. Это же хорошо, отлично. Продолжаем в том же духе, так сказать. Так, главное, чтобы котейка не пропала. Надо в базаре Кадамы купить для арки Бузеры. Так что я вообще типа в шоке с людей наших. Всем настолько насрать, всем просто... наплевательское отношение, не помню. Вон еще котик со мной пошел. Самое важное, ребят. Тут котик пропал. Теперь можно пробежать, наверное. Угу. Хочу, блин, уже тут. Что мне тут делать? Котейка исчез, жаль. Так что про отпуск это, конечно, отдельная тема, ли? Сука! Как же он мне лицо ломает, этот чел просто же. Вот все. Красивая локация, да, она типа хоть неплохо выглядит. Бля, вот этот чел мне не очень не нравится. Ну, типа, знаешь, под конец уже красивые локации. Тут, в принципе, получше, чем в первом Неохе, если честно. Симпатичнее Локи завезли хотя бы. А то, блин, как вспомню эти душные локации в первой части, это пипец. Ну, что мне это дает?
Ну тут и музыка прикольная, типа. А куда Мел делся? Ну? Блин, надеюсь, я правильно иду, я вообще не понимаю, куда я иду. О, это же тот чел, лол, я вспомнил его. Чел, я тебя помню. Там, по-моему, босс такой был. Да, это был босс, я помню. Помню этого чела. Какая победа? Да о чем, чел? Так, сейчас там босс, да? Все, босс-файт, ребят, все. Иду. На разряд тогда. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас вкачаемся. И идем на босса. Ой, а че мне с КП? Лол. Так, 108 уровень. Not bad, but not. Блин, ну может быть даже тогда двоих боссов успеем убить все сегодня. Если получится. Ну, если нормально будем. Если я не буду рукожопить, то в принципе можем. Наверное. Так, и чё он? Ля-ля, распетушился. Смотрите, какой у него... Причесал. Ой, точнее, член. Тебе уже довелось видеть эти сакуры в цвету. Верно? Ля-ля, павлин. Ляс. Прекрасное место. Для твоей могилы. Ля, рожа, ля. Блин, красиво, кстати. Я хидаюсь. Поздравляю. Так, мне это не нравится. Уже. А, что? Что? Что, прости? Что это сейчас было, ребят? Да, это будет сложнее, чем я думала. Но тут явно нужна более легкая стойка, это раз. Надо будет думать, как его. Ну, наверное, Ленна с ним работает. Сейчас буду думать. Да, это жестко. Мэлла, наверное, к стримершам другим пошел. Жесть, чел, ты что такой лютый? Лё, лёс! Жесть! У него огненный молниеносный меч. Он стакает на меня эту хрень. И всё. Андромед, наверное, смотрит. Ну, скорее всего, да. Лия, сколько у вас по официальной статистике заболевших в день? В среднем. Так же, как у нас? Или как? Просто стало интересно. Как у вас дела обстоят? На самом деле, этот коронавирус жестко уже задолбал, но я как бы понимаю, что он, наверное, ну, полгода точно все будет. Трика? А, ну вот все хорошо, значит, еще. Все. Ну это нормально, слушай. Ну, типа, блин, у вас вводят масочный режим, учитывая то, что вы как бы нормально еще?
И мы такие, 17 тысяч? Да фигня, ребят, это уже не то. Мы никакие ограничения вводить не будем, никакого вам карантина. Выживет сильнейший. Просто вдумайся. А, ну у вас-то маленько, да. Ну, блин, ну все равно. Я просто не поддерживаю. Ленности нужно вот это. Да. Так что, не знаю, буду, конечно, следить за развитием событий, но пока мне вообще не прикалывает то, что происходит. Так, ленность надо. Ленность. А. Значит, здесь будет уязвимость. Нельзя будет, ну, блин. А 31 числа же, да, вроде этот. Ты имеешь в виду Хэллоуин? У вас празднуют Хэллоуин, да? Ну, блин, я просто, знаешь, уже хочется, чтобы это поскорее закончилось. Просто устаешь морально. А, ну вот. Просто, блин, морально дико устаешь от всего вот этого, что происходит. То, что вот эти ограничения, да, то, что, блин, паришься постоянно, блин, руки обеззараживаю. Ну, я лично, ну, типа, очень часто обеззараживаю руки. Вовремя я ушла. Да, это музыка заставки, походу. Ну, момент похож был. Блин, жить. Похож, во всяком случае, на него был. Это, наверное, этот момент, но он как-то по-другому тут звучит, или мне так показалось, не знаю. Я думаю, его сейчас быстро можно убить. Если не тупить сильно.
жизнь умираешь бахать. Сейчас я под воды налью, сейчас приду. Так, я здесь. Блин, он интересный довольно, мне кажется. Ну, не сложный. Я просто, типа, ну, надо не тупить. И не жадничать. Надо не жадничать, самое важное. Так, я... Наверное, лекарство Синдзюку поменяю на... Так вот. Ну, типа, лекарство Синдзюку мне тупо не пригождается. Блин, надо, кстати, пополнить запас этого... Эликсиров. Мне эликсиров тупо хватает. Он просто меня быстрее убивает, чем я успеваю все это реализовать. Поэтому мне самое главное сейчас... научиться и выйдить его атаки, наносить ему нормально дэмэдж. Мне не хватает стамины. Но высокая стойка хорошо по нему бахает, поэтому норм. Блин, я тут осознала, что скоро Demon Souls выходит. Блин, а так как я предзаказала как бы Louis Tuition, дело чести уже. Играть в Demon's Souls. Он вроде недолгий. Блин, все, никак руки до Bloodborne не дойдут. Не знаю, мам, сейчас не могу, надо посмотреть. Немного, яблоко немного. Да, ешь, ешь. В принципе. Сейчас он тут просто у меня насилует. Спамит жестко. Жесть, он спамит. Он, блин, меня еще замедляет. Урод. Урон писал хоть сейчас.
Как Хокаге. Блин, музыка, конечно, в Йохе, это прям, блин, отдельный вид искусства, если честно. А, блин, пипец. Блин, стало немного пожадничать и все. Вывод, не жадничай, Катя. Блин, надо что-то от огня. Ну, уже прям близко. Я близка к тому, чтобы его убить. Что-то я хотела сделать. Подумала, потому что мне чего-то... А, мне от огня не хватает, точно. От огня нужно, от огня. Блин, а, наверное, нет, надо делать. Возьму мне вот огня, вот. Отлично. Сейчас надо сделать. Место, наверное, большого уже. Просто он на меня очень сильно спамит свою хрень эту. Я отлетаю быстро. Если я хотя бы хоть какой-то урон уменьшу к себе, мне кажется, будет полегче. На всяком случае, на это надеюсь. Ну все, должно быть лучше. Была ошибка. У меня так замедляется этой молнией сраной. У меня нет талисмана от молнии. Так. Раза, три, четыре, пять. Идем, Такитира убивает. Сука, он убил меня опять. Какой же он душный. Ладно, были душнее. Главное собраться. Собраться. Надо просто собраться. Блин, ну ладно, еще попробую, конечно, так, но может быть стоит меня. Не, ну мне, блин, нравится так его гасить. Сложно, сложно выбрать. Принять решение, точнее. А, блин! Ай, Ирод! Ты за это получишь гадость.
Не знаю, что это не откликал. Пипец, вот эта подстава сейчас произошла, конечно. А чё он так быстро ко мне прибежал? Я вот этого не понял вообще. Ща кота открою. Мэдэ. Да уж. Ого. Кота открою, да вскрою. Слышишь? Аф, аф. Ого. Ничего себе. Да-да. Не шухтите со солькой. Ого. У, да, какая опасная собака. Опасно, конечно. Чипец, что это с ним? Это он хорошо сейчас дал, конечно. У меня, я пожадничаю. Аркебузер вообще тут юзус просто. Этот, с этим пацаном только раз на раз кулаками надо. Я думаю, что лучше так. Тут вообще нет смысла с ним из аркебузера. Я тупо жизнью поплатилась за то, что хотела его так убить. У меня, кстати, иногда бывает такое желание, странное довольно, поиграть все-таки в Dishonored. Все-таки у Dishonored такая, типа, я бы сказала, ну, специфичная игра. Вовремя.
как бы умерла. Когнито, и я спала. Как старые добрые времена. Помнишь нашу первую встречу? Я тебе все показал. Показывал, да? Как твои дела? После того, как родители меня бросили, мне хотелось лишь достичь вершины. Эти светящиеся камни исполнили мое желание. Я достиг самого верха. Но мне хотелось еще и еще. И красный свет манил меня за собой. Я не знала, что камни эти... Порождение, пожирающее мечты тьмы. Блин, поздравляю с приобретением. Я жил в каком-то непрекращающемся кошмаре. Я думал, что он будет длиться вечно. Но очнулся. Благодаря тебе. Мы почти не ух прошли, ты веришь, инкогнито? Сегодня, наверное, еще второго босса попробуем. Только час от стрима прошел. Думаю, сможем. Жалко-то Китира и его эти... Ну, на бабло повелся, очевидно. Стал чиновником, захотел еще и еще. Вот видите, ребят, взятки до хорошего ничему не приводят. Так, окей. Чего у тебя там по луту, чел? Древний текст сына солнца. Интересно. Так, а тут ничего больше нет? Вон. А, рок? Наверное, поглотим сейчас? Блин, в нем ничего хорошего нет, мне кажется. Ля, была такая красивая локация. Он сегодня уничтожил. Сраный дед. И это то, что меня сразило? Свет Сахая? Я оставлю эту сосуд. Но знай, я никуда не исчезну. Что, сука? Еще один босс! Ля! Дед, сука, не бей! Ля, он жесткий, ля! Дед, не бей, лучше обосри, обоссыкни свой. Ля, ля, сука, ля! Мада, мада. Бля, вот сейчас он мне, наверное, вообще жопу надерет конкретно. Ой, ё-моё. О, братан, оказывается.
Лё, лё, что происходит? Лё! Извините. Ну и неженка ты. Сгорела я, ребята, сгорела. И что, мне теперь с дедом воевать или что? Как, что вообще? Блин, только не говорите, что мне опять с Акитиры драться. Я умоляю, не надо. Не говоришь, что тут две фазы? Блин, не, почему-то я жопой чувствую, что тут две фазы, чат. Чё знаю. Ну блин, я же убила. Ну так нечестно. Надеюсь, что там просто дед. Ну нафиг, да. Так, ну что там, Такитира, не? Или дед? А, не, норм. Не, нормально, ребят, живем. Не, просто дед, ребят, все норм. Игра жесткая, но справедливая. Не, у меня бы жопа сгорела, если бы... Ну, получается, два босса останется. Если мы сейчас убьем его, это третий босс. Осталось три босса убить, это третий. То есть, получится, ну, как бы на один стрим еще, может быть, даже я убью... Ну, блин, нет, это максималистские какие уже заявления, что я, типа, еще и третьего сгашу. Надо сначала это убить, а потом уже посмотреть. Так что мы реально близки к тому, чтобы не ох пройти. Да, ребят, наконец-то. Наконец-то освобожу вас от страданий. Ощущение, как будто, что на него агентность не работает особо. А, хотя не работает. Работает, работает нормально. Ну не, надо отдохнуть. Надо отдохнуть и вам, и мне. Мне вообще не нравится телепорт, конечно. Блин, надо как-то вот это перезнать. Я еще не поняла как, но, наверное, ульту. За этот момент надо. Вот это вот просто, конечно. Дед, конечно, пипец. Ну, кстати, там прикольно выглядит. DLC я как-нибудь все равно поиграю, конечно. Надо просто, ну, отдохнуть от него, уходит 100%. А, блин, отстань, чел. Как же меня подставляет?
блин, посмотри, как бы случайно выжила. Это я на него насакала, типа, минус урон. Это явно не победный трейлер. Очень больно бьет. Я поняла, о чем сказал мне, потому что это нужно должен только молодой человек у нас. Окей. Не оставляйте меня одну. Прикольно. Динкогни тоже, походу, пропал. Мэл уснул. Пипец, вот он реально потный. Тира был просто разминка, я поняла. Пробую в этой стойке. А вот на изнеможение нет смысла брать. О, повезло, не ударил. Он типа юзает вообще все стихии. Универсальный чел. Он типа все юзает. Нормально еще.
неженка, да, я неженка. Блин, такой хороший трай был, пипец. Обидно. Пускал максимально обидно. Блин, красивый, кстати, ладно, оставлю. Не мрить-то надо больше. Так, прикидон новый. Пипец, у него рукава. Как он просто живет с такими рукавами? Мне бы просто ходить было тяжело с такими рукавами. Бегать. Не то что драться. Жизнь, ну, конечно. Он столько дамага в этот момент дает, это пипец. Да, балдеж, балдеж. Как? Вообще, чем занимался ты инкогнито, пока интернета не было?
хедшот. Да блин. Смотри, как это было. Иногда я просто ненавижу камеру в этой игре. Екатерина сегодня в ударе. Низи новая шикарная, да. Ну, концовка мне не особо порадовала, если честно. Чё? Ты чё, рофлишь? Серьезно? Сколько раз мне его надо убить? Да, я знаю, их 4 вообще вроде как даже. Я у Дениса смотрела. Прикольно. Прикольный босс, конечно. Ну что я тут могу сказать? Тут, значит, не надо тратить все ресурсы на один трай. Теперь знаю, что их 2 как минимум фазы у него. А то и все 3. Вот.
Ну понятно. Не, ну здесь прикольно, я смотрела. Я, конечно, не фанат ежематеринских тем. Ну, выглядело неплохо, я смотрел. Стриму, Денис. Сама бы я, конечно, вряд ли бы стала играть. Мне просто эта тема ежематеринская не особая. Ой, мне сейчас может убить. Мне повезло. Короче, коплю все основные ресы на вторую его стадию. Или что это, я не знаю, что это. Вот это просто мне в лицо прилетает и все ГГ. Бесит. Да вообще, ну типа не особо. Дима, я вспомнила, я же беременна. Точняк. Что она ходила, бродила, блин. Ну, короче, я, ну, не то, что в восторге от новой части, она нормальная. Я, конечно, зря порадовалась, когда подумала, что я типа, у него одна фаза. Ох, зря я порадовалась в этот момент. Зря на него вот эту вот хрень тратить. Вот на эту хрень надо тратить.
уже, если они все еще как бы идееспособные, я бы так сказала. Надеюсь, что их две. Но почему-то мне кажется, душой я понимаю, что их, скорее всего, три. Я не вылезу вторую стадию. Блин, ну зачем? Надо будет поиграть обязательно в эту игру. Ты мне давно советовала, я про нее помню. Ну просто сам знаешь, я сейчас, блин, работаю. Поэтому времени тупо вообще не хватает на регулярные стримы. Сейчас я с сессией закончу. Просто я говорю, поднасрало еще то, что сотрудница заболела, и мне приходится в смены дополнительные выходить. Работать. Ну, знаешь, сложно. Сейчас такой, типа, знаешь, рандом. Работаю нон-стоп, учусь нон-стоп, учусь нон-стоп. Да, сгорел. Сгорел наш персонаж на работе. Типа, я бы рада, но у меня просто тупо, ну, выхода нет. Ну, я как бы понимаю, что это, с одной стороны, хорошо, что я, типа, деньги заработаю, то скоро, блин, знаешь... Учитывая, какие цены сейчас на игры новые, да? Типа... Ну и как бы хочу уже комп дособрать. Ну, точнее, не дособрать, хотя бы видюху купить. Уже будет хорошо. Поставлю в игровой комп. Поставлю там авто... Ну, комп потом второй дособираю, этот юльке отдам. Который стримерский сейчас. Такие пока планы, но... Урукамуруме.
Прям на самом деле бить. Ловит меня вот эти мои все игры. Вот самое бесявое в нем это его эти страшные люди. Очень хочется нормально уже стрим начать. Блин, устраивалась на работу, чтобы типа со стримами совмещать. В итоге так получается, что какой-то хардкор получается. Ищ, иди поверь. Пацаны, а не русские, не что ты громкий люди. Блин, знаешь, типа я молюсь, чтобы не произошло так, что типа вот заболела одна, чтобы там кто-то после нее тоже не заболел, знаешь, чтобы тут весело не зла. И, типа, Катюха, продолжай работать. Ну, конечно, спасибо, что не во время, если во время, то все, конечно. Могли. Ну, кто вообще придумал дважды его убивать, сука? Сделала. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Я думаю, это не все. У меня есть. Сука, а!
просто. Я чуть не долбанулась. Такой пот, я почти его убила, жесть. Блин, обидно, что у меня нет никакого оружия. Жесть, ну и жесть. Ну там реально хард... Ну типа, блин, осталось вообще фигня. Новенькая вообще. Мужики, ну честно. Мне этот мужик вообще не нравится, ребят. Ой, извини. Обосрався, да? Обосрався? Ну и получи.
Получи свинцовый завтрак. Надо сейчас пойти взять поесть. Ля какой. Как в Секиро прям. Нет, ничего ненавистнее этого света. Ну, я не сказал бы, что он сложный, если честно. Блин, друг. Ты тут? Инкогнито. Обвини. Ты со мной встретишься? Матуха. Ну сейчас я пойду возьму поесть и к матухе пойдем. Так, я тут. Готова идти к матухе. Это точно моя матуха? Я тут подумала. Ну да, вроде она. Она дива Лиса. Отакемару. Нет, не понимаю. И куда она похреначила? Батя? Батя, батя? Говорит, была твоя судьба и удропала. Найс, матуха. Дай бог здоровья. Найс, матуха, ребят.
Опять. Ну, короче, вот, это точно финальная миссия. Угу. Да. Все, финальная миссия. Бля, какая. Это лучше кусаригама. Хотя я не пользуюсь кусаригамами, ну ладно. Один. Пипец, у меня урона теперь будет, конечно. О, жесть. Блин, продаю я сегодня, интересно, или нет? Вот в чем вопрос. Мне кажется, самым сложным боссом будет Уильям. Ну, типа, персонаж из прошлой части. Соспойлерил себе то, что он будет. Мне кажется, он будет самым сложным. А типа, тот чел, который будет после него, типа, самый финальный босс, мне кажется, он будет как в прошлом раз. Когда играли, когда... Не знаю, надо, короче, посмотрим. Я не знаю, успею я сегодня дойти до финального босса или нет. Но я попытаюсь. Надо только... Так, надеваем. Ладно, пропалим. Экипируем. Все, работаем, короче. Надо уже добить уровень. 109 получается у меня будет. Ну, норм. Блин, если мне, конечно, реально хватит там риты на это. Блин, этот дядин шлем продал. Ладно. 530. Так, надо кузнецу идти. Купить у нее шмота. Угу. Прикинь, убила Лия. Я убила. У этого босса, короче, две стадии было. Не знаю, видела ты это или нет. У этого босса две стадии было, короче. Мне пришлось, типа, я умирала, конечно. Ну зато... Да. Моя любимая друг. Да. Ну все, финальный босс остался.
Майдори? Майдори? Майдори, как говорится. Майдори? 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 Да, все, финальная локация. Я говорю, мы почти прошли, не ох. Я не шутил, когда говорил, что почти прошли. Мы так близки к финалу. Ну как там, финальная локация и два босса. Босс Уильям, предыдущий персонаж из Неох, из первой части. И еще кот чел, я не стала, типа, я просто смотрела, сколько боссов в игре осталось. Вроде потный должен быть финальный, насколько я поняла. Да, вообще, осталась фигня пройти. Ну, на следующих выходных у меня как раз там один день какой-то будет рабочий. Вот, когда будет рабочий, я его потрачу на Неох на финал. А буду потом с Юлей в Little Hope играть на следующей неделе. Будет стрим по Little Hope. Я думаю, это будет балдеж. Я думаю, что он не очень долгий будет, Little Hope, но хоть поиграем с ней. Я люблю совместные стримы, там, ну, просто поболтать, почилить. Все, можно продавать. Поиграем с ней. Типа, кооперативных стримов тоже много не бывает. Блин, что-то я много купила, походу. Надеюсь, игра будет лучше, чем первая. Да, она была первая очень предсказуемая, но я согласна с тобой. Первая была очень предсказуемая. Да, ну блин, надеюсь, что реально что-то изменится все-таки. Ну все, финальная локация. Судьба за печатями. Похоже, время человека с посохом вышло. Я провожу тебя в Бедуин. Хочу быть свидетелем его кончины. Плюс коротковато. Да, да. Да и реиграбельность не особая, знаешь, типа, не особо как-то было интересно переигрывать. Бёдуин – место, где дремлет древнее зло. Отправляйся в его глубины, пробил час, и тебя ждет волшебная печать. Кайф. А чё, прям сразу босс, что ли? Только не веришь, что сейчас прям сразу босс? Не-не, он просто открывает печать, я поняла. Блин, музыка – это кайф. Я буду скучать. С ним происходит. Судьба, приз получен. А что дальше-то? Да не знаю, я, блин, соспойлерила себе уже все концовки. Блин, там просто это ежа материнская тема. О, это же тот момент, когда Уильям пришел. Точно, лол. Это самое начало первой части. А тебе зашло? Мне, блин, просто тема ежематеринская, не особо близкая. Мне тоже, блин, как-то... Матери эти, ежематери. Но они хоть как-то совместили первую и вторую часть. А, дело сделано, предназначение исполнено. Перед тем, как перед твоими глазами все расплывается, а сила покидает тело, ты не можешь даже пальцем пошевелить. Теряя сознание, ты едва-едва слышишь взывающий к тебе голос Мумё. Ну, пойдем. Ну да, это триллер скорее. Ты... А, то есть все это время в храме мы спали.
к этому моменту пришел Уильям. А мы, наверное, злом окажемся. О, Уильям, здорово. Блин, он же босс. Наверное, сейчас с ним драться придется. Уильям, да. Да, мы... Блин. Так и знала. Так ты не жаворонок, да? О, все, лол. Уже сразу босс. Не удалось выспаться как следует. Жиза, чел. Я вообще не, не высыпаюсь. Блин. Уильям. Уильям, я тебя люблю, знай. Да, сука, как своей этой штукой-то. Кто-то в этой игре мне нравится. Да, Уильям крутой. Очень его любила в первой части. Не бей! Калаш он в конце закурил, знаешь, такой. Ты, трюк какой. А как тебе такое? Вот гадость. Хитрожопый. Ну что, все так круто. Ля-ля-ля. Симбахать. Я только что заметила, кстати, что он этот сменил оружие. Если не будет никакой локации, а просто будет, знаешь, если не будет никакого этого, просто вот так вот. Спамят.
пошло. Ну я не верю, что его убили, но так могло быть. Что-то должно произойти, видимо, сейчас. Угу. Вильям, ты мне поможешь, дружочек? А, ну все, мы типа братаны теперь, да? Спасибо, Вильям. Или нет? О, он дал нам своего дух-хранителя, ват? Мне пришлось пересечь бурные моря, чтобы достичь этих земель. Ниндзя, говорящий на чужом языке. Лишенный прошлого воин. Здесь мы встретились Тануки, на плечах которого лежала честь целого мира. Тяжесть целого мира. Сори. Блин, да я надеюсь, будет в жарких боях, мне пришлось осознать сущность борьбы с собой. Сегодняшней победой над врагом из Испании. Эта война наконец подходит к концу. Блин. Я могу сразиться с демонами. Я самурай. Блин, грустно вообще-то. Неужто наконец спать надоело? Я оставлю это вам двоим. Ну все, финальный босс остался, получается. Сирш, да, да. Ну да. Если они так дальше не будут душить и просто дадут мне финального босса, это будет великолепно. Хорошо, что тебе удалось проснуться. Но похоже, стоило тебе открыть глаза и вырваться. Он вырвался на свободу. Надо что-то придумать, пока он в кого-то другого не вселился. Пинка считает, что этот человек нам не враг. Давай уже его отыщем. Да что-нибудь? Балдёж. Блин, ну прикольно чувство ностальгии того, что Вильяму показали. Потому что я, блин, пипец привыкла к Вильяму за первую часть. Ну чё, поехали? Приятно снова тебя видеть, но отметить встречу нам придется позже. Мы надеялись, что с поражением Токитира в стране воцарится мир, но война разгорается все сильнее. Победа при Сикигахаре и осаде Осаки приближает правитель Токугава к его цели. Похоже, Уильям, воин из очень далекой страны, присоединился к армии Токугавы. Судя по всему, он разыскивает некую женщину. Я знаю, что тебя только разбудили, но не время медлить, тебе надо его догнать. Ну все. Блин, наверное, будет с моим уровнем сложности сложно пройти игру, ну ладно. Разберемся.
А чё, Сиршу я могу завязать, или она типа для меня слишком высокого уровня была? Угу. Да, она жесткая. Вон. Сейчас посмотрим, просто пощупаем. 114 уровня, в принципе, норм. Попробуем хотя бы босс пощупать. Дойти хотя бы до него, чтобы в следующий раз пройти. Здорово, Лавин. Как твои дела? Я почти игру прошла, прикинь. Бедуин, провинция Массирио. Ок, ну тут придется лог зачищать, так понял. Нет, не сталкер. Пока еще не сталкер. О, стоит. Все готово. Let's go. О, Альвильям, мы теперь друзьяшки, кайф. Это было бы слишком, знаешь, типа... Я убила трех боссов за сегодня, ну, точнее, победила. Вильям-то жив, значит, не убила. Братки! Ну, это как в финале, помню такое. Было похоже. Или босс трясту. Получается так. Блин, Вильям, ты чё? Блин, сука. Вильям, опять ты подыхаешь. Прям как старый добрый. Подождите, надо хил выкупить побольше. И Вильям просто как старый добрый подыхает, ребят. Ну, будет хорошо просто дойти до босса сегодня, типа, знаете, ну, зачистить локацию. Это прям, ну, тоже будет хорошо. Ля, мумёта, куда пошла-то? А, наверное, нам туда и надо. Бля, как это долбануто. Чё не откат стоят? Алло, челики, помощь нужна. Ноль помощи. Ай, блин. Не, мне кажется, сегодня мы уже не убьем, не дойдем. Ну, блин, все равно хорошо прошли с вами. Я пару троев сделаю, если, ну, типа, я просто реально довольно много ресурсов сегодня потратила своих физических. Так что, да, ну, сейчас вот трой сделаю. Просто, да, что-то я сегодня, прям, мы хорошо с вами сегодня справились. Good Hunter, так сказать. Да, все, короче. Ладно. Все, мы реально молодцы, мы молодцы, чат. Во вторник, я думаю, финалку продолжу. С вебкой подрублю, потому что во вторник, в среду у меня выходные. Получается, в пятницу, я думаю, вечером будет такая, ну,
8 часов подрубочка вечера, потому что будет Man of Medan. И на выходных тоже поиграем в силе Man of Medan, там да пройдем. Вот. Спасибо большое, Лея, что смотрела, что присутствовала. Спасибо Вите за поддержку, но я не уверена, что он вообще на стриме, он, может быть, спит. Потому что Неох — это его любимая игра, как известно. Вот. Спасибо Лавине, что заглянул. Была рада инкогнито увидеть. Всех вас, ребят, рада была видеть. Хоть это довольно душный контент. Мэла еще приходил, но он свалил, наверное, к тянкам. Кто его знает. Вот. Все. Большое всем спасибо. Увидимся с вами, получается, послезавтра. Немножко подождать. И с вами встретимся на Final Fantasy. Там, может быть, как раз-таки за 2 стрима ее допройдем. Вот. Спасибо большое всем, кто смотрел. Хорошего вам вечера. Увидимся с вами послезавтра. И пока-пока.